Валерьевич Повторин. Дорогие друзья, великолепный концерт. Ребята, безусловно, очень талантливые. Мы в этом зале много видим различных музыкантов. И во времена, когда Мстислав Ряков читал мастер-классы, когда был в нашем зале, многие сидящие здесь, наверное, помнят. Хорошо, что эта традиция сохраняется. Я, насколько тоже занимаюсь краеведением музыкальным, у меня есть вдов, есть предмет такой, здесь вот ребята у нас сидят. Знают. Один из первых концертов Ольги Сергеевны Федотовой, вот как раз прабабушка Ольги Мстиславны, она давала на этой сцене. И это был благотворительный концерт для оренбургцев, деньги пошли для сирот. И там интересно, в конце была в одном газете «Оренбургский листок» такая фраза. Концертный рояль из магазина господина Альшевского звучал великолепно. На нем когда-то играл сам Антон Рубинштейн. Память эта тщательно оберегается, чему соответствующие таблички. Прошло более 100 лет, все продолжается. Семья Федотова продолжает заниматься благотворительностью, готовит великолепных музыкантов. И Ольга, безусловно, одна, ну, наверное, на сегодня, пожалуй, не как одна. Самый яркий представитель на сегодня из семьи, мы горды тем, что она этим занимается. Ольга Мстиславовна, спасибо вам большое.